Народу моем, конечно же. Продолжение. Премия гидравлика ПВ. Сегодня мы приехали на премию РУ-ТВ в Крокус Сити Холл. Класс! Привет! Всем привет! Пойдемте туда. Я впервые в Крокус-Сити-Холле, господи, это огромное просто зданище. Огонь. Просто невероятные масштабы всегда меня поражали. Осталось 4 секунды, начнется премия РУ-ТВ. Всем большой привет, вы на канале Анастасия Флешка, и в этом видео я вам покажу, как мы сходили на премию РУ-ТВ. Я обожаю масштабные концерты в Москве. Если бы я жила в Москве, я бы частенько на них ходила. Также на этой премии мы встретились с Таней Матани, мы с ней очень давно не виделись, я была безумно рада нашей встрече. Этот концерт шел аж целых 6 часов в ночь на 24 мая в Крокус-Сити-Холле. 12-я музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. И, как всегда, премия началась с традиционной розовой дорожки, на которой блистал весь цвет российского шоу-бизнеса. Я немного поснимала. Сам концерт вы, конечно же, можете сами посмотреть в интернете. Ведущих РУ-ТВ было несколько: Ида Галич, Рогов, Дава, Милана Хаметова. Открыла церемонию Анна Асти. И она стала певицей года. И вообще в целом Анна Дзюба, кстати, она лидер по количеству завоеванных наград. И спасибо Богу, Анна забрала 4 самовара. Тоже помогает мне делать то, что я люблю, и ведет меня самой светлой дорогой. Спасибо. Очень классно провели время, отдохнули, повеселились, потанцевали, попели, зарядились вот этой вот прекрасной атмосферой. Короче, я не буду перечислять всех номинаций победителей, скажу только основные. Артист года Дима Билан, лучшая певица Анна Асти, лучший певец Джонни, лучшая группа Артик и Асти, лучшая песня Анна Асти по барам, а вообще у Анны Асти мне очень нравится песня «Повело». Когда мы покупали билеты, я еще очень переживала, а вдруг Олесю не пустят, потому что везде было указано 16+. В итоге мы все прошли, все хорошо. Ну что, давно я хотела побывать в этом торговом комплексе «Садовод», знаменитый. Так что идем сегодня здесь. Гуляем до вечера и покупаем много красивых шмоток. Шопинг. Надеюсь, получится. Мама Мия. Куда я попала? Просто миллион разнообразий. Я буду здесь ходить до ночи. Такие тут цены. Тут джинсы все почти по 1000, по 1200. Тут любой фасон, какой хочешь, можно выбрать.
я вообще без сил, без рук, потому что я накупила кучу всего, и еле теперь не знаю, как дотащить это до дома. Это Олеся радуется, что мы накупили кучу всего. Она просто от счастья сходит с ума. Олеся, тебе великовато. Курточка великая. Кожаная курточка, да, такая. Оверсайз. На самом деле, тут столько себе всего накупили. Тут столько, столько всего. 10 разных футболок. Всякие. Как мы это все поведем? Я гулять хочу. Прошу прощения за то, что пришлось ждать. Это в очередной раз подчеркиваю то, что я, как всегда, не в курсе, что меня ждет сегодня на этой замечательнейшей премии, которую любит вся страна. И, судя по всему, бежал я не зря, споткнулся буквально, но, в общем, без повреждений. Друзья, спасибо огромное. Я абсолютно четко понимаю, разделяю все то целенаправленное стремление и музыкального канала, и радиостанции, для того, чтобы делать наши будни, и не только будни, ответственные моменты жизни, дни рождения, я не знаю, печаль ли, радость ли, но скрашивает наше с вами существо, человека.